права и загорание двух крайних светодиодов центральных элементов нейтральной подзарядки, круг влево и загорание двух крайних светодиодов в центре не горят, нейтральная подзарядка. Выдаю руд на торможение, есть два крайних светодиода, страшно горят нейтральная подзарядка, сразу глазел. Экипаж МКС 17-5 не прошу. Больше по технике автомат мы не выдаем и переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, принято. Итак, экипаж МКС, так как у нас в ту сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд, у нас нет резерва. Так, приняли. Принял. Apollo 11 Houston, that's very good now. We can see the Earth in the background, Apollo 11, and the Eagle coming in. Подтверждаем, команды не выдаем. Да, мы картинку получаем, да, видим, что идет объект, но по возможности все равно введите репортаж. Продолжается.
облет. Принял экипаж. Вас понял. We see a real display now. Репортаж подробно ведем. Принято. Принял. Принято. 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 Принято.
Вячеслав, контролируйте процесс стягивания. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем и переходим на страницу 22, ведем контроль. Итак, экипаж МКС, так как у нас в ту сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд, у нас нет резерва. Так, приняли. We are in conversation with the spacecraft that is we'll pick up the tape recorded conversation that we have and then stand by to follow any conversation. What you saying what you requested right there, Lemon, we'd like you to go back to Addison Hole, over. На связи. Подтверждаем, команды не выдаем. Да, мы картинку получаем, да, видим, что идет облет, но по возможности все равно введите репортаж. Да, передача 20-го у нас.
0 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
Roger,
принял. На связи. А вы картинку получаете? Да, начинаю создать. Да, сейчас. Акценту метров, подряд жизни метров. Команды не выдадим. Подтверждаем, команды не выдадим. Понял. Да, мы картинку получаем. Да, видим, что идет облет. Но по возможности все равно введите репортаж. Okay.
принял высокую готовку, принял дальний скорость. Принято. Come to the bottom. I don't see.
Экипаж МКФ у нас 5 дней прошел. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем. И переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, проверяем. Итак, экипаж МКФ, так как у нас в ту сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд, у нас нет резерва. Так, приняли? Да, приняли. Проверю вам автоматическую. Подтверждаем команды, не понял. Да, мы картинку получаем, да, видим, что идет облет, но по возможности все равно введите репортаж. У нас картинка с большими помехами, плохо видно, поэтому репортаж подробно виден. Принято. Принял.
about 134,000 nautical miles from Earth. From there, from there. The velocity is 4,216 feet per second. During that last series of transmissions from the crew, we received a status report from Buzz Aldrin. Reported that the crew has, in the past 24 hours, taken no medication. This is similar to the crew status report that we received from them last night. We bid them good night at 36 hours, 9 minutes, or about 2 minutes ago. We anticipate that the crew will probably have a few more This is Apollo Control at 36 hours, 27 minutes. We have completed the processing of the unscheduled television transmission crew sent down from the spacecraft at about 30 hours, 24 minutes throughout the last time this evening. We'd like to repeat that this was an apparent test of the Тормозение.
Принял экипаж. Вас понял. Принял экипаж. У нас картинка с большими помехами, плохо видно, поэтому репортаж подробно ведем. Принято. Принял. Продолжаем облет. Экипаж контролирует пропорции.
Экипаж МКС у нас 5 дней прошел. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем. И переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, правильно. Итак, экипаж МКС, так как у нас в ту сторону не прошел, то... Контроль ведем без выдачи каких-либо команд. У нас нет резерва. Как приняли? Да, принято. Контролируем автоматическое движение. Да. Выделяем скорость движения. 1.2 на принял. Есть, мы сейчас будем.
Принял. Принял. 1-2-3-4. Поле
Экипаж МКС у нас сейчас не прошел. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем. И переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, правильно. Итак, экипаж МКС, так как у нас в сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд. У нас нет резерва. Вас приняли? Occurred about 2 hours prior to the regularly scheduled TV transmission this evening. And the crew apparently testing out the onboard system. Принял. And we received about 52 minutes.
of intermittent television using the spacecraft omnidirectional antennas. And as you can see, it's particularly near the end. Appears to be just about the limit of television reception from the omni antennas. Okay, people, pull the time of the special event to follow along. It's about 121 miles. Я понял, да, мы картинку получаем, да, видим, что идет облет, но по возможности все равно введите репортаж. This time, Apollo 11 is 137,200 We did hear from them once or twice since then. Принято. And we anticipate that at this time they are probably... Принято.
Принял, все готов. Принял данную скорость. Принял данную скорость. Вас понял, как же наблюдают. Захват.
Экипаж МКС у нас 5 дней прошло. Больше по тесту никаких команд мы не выдаем. И переходим на страницу 22, ведем контроль. Принято 22, страница. Итак, экипаж МКС, так как у нас в ту сторону не прошел, то контроль ведем без выдачи каких-либо команд. У нас нет резерва. Так, приняли? Да, принято. Контролируем автомобиль на следующее движение. Принял. Подтверждаем команду, я вас понял. Да, мы картинку получаем, да, видим, что идет облет, но по возможности все равно введите репортаж. Плохо видно, поэтому репортаж подробно ведем. Принял. During the TV transmission,
They may possibly be able to take the color television camera into the lunar module with them tomorrow at about 56 hours, 30 minutes ground elapsed time. They reported that the cables had been checked and appeared to be long enough to take them into the lunar module. During the next hour or so, activity here in mission control will be revolving around getting the crew set up for their rest period and heat period. So we are long on the rest period tonight, scheduled 10 hours. And it will begin, according to the flight plan, at about 37 hours from the last time. However, we would anticipate if activities move along as they appear to be at this point, one ahead of the flight plan, and if perhaps again tonight, we'll be able to move the crew into the rest period, and possibly be able to get early. At 34 hours, 48 minutes, this is Apollo Stabilization. This is Apollo Control, 35 hours, 13 minutes. Apollo 11 is presently about 3,265 nautical miles from the moon. And with respect to the moon, it's traveling at a speed of 19 feet per second. At this time, we are receiving the tape playback, which Goldstone from the contract over to California received from the spacecraft. And an earlier scheduled TV transmission. This was a test system using the spacecraft and a small omnidirectional antennas. Normally, transmissions from this distance in space would require the high gain antenna. This television transmission is being processed and converted to color, and we anticipate that we'll have it available for playback at about 9 p.m. We are in conversation with the spacecraft at this time. We'll pick up the tape recorded conversation that we have, and then stand by to follow any live conversation. Roger, 11. We'd like you to go back to attitude hole. Over. 11, Houston. It looks like we're going to have to reinitialize this. Экипаж, контролируйте процесс стягивания. Трак погас, хорошо. Есть два, на грани двух крайних взводов. Трак не горят, трак погас.
подаю down your first 16 down 20.
execute a verb 49 and load those angles, the now 20 that you see on the dish into the verbal into the now 22 squad and throw that, and that'll start on 20 late period, over. Принял экипаж. У нас картинка с большими помехами, плохо видно, поэтому репортаж подробно видим. Thank you.
Трак погас.